Так, чечевица сегодня. Чечевица сегодня. Вот так она выглядит. Ну, сантиметров 40 тут, наверное, есть. Может, даже больше. Густая достаточно. Здесь где-то 2 миллиона посеяно, но... Ну, уже, можно сказать, она отцветает, бобы закладывает преимущественно даже не в среднем ярусе, а в верхнем ярусе. Поэтому, что касается нижнего яруса, что-то, может быть, и есть, но не так много. То есть от среднего до верхнего яруса вот заложены бобики зеленые. Еще продолжают цвести макушки. Так что стоит. Так что чечевица вот сегодня выглядит вот так. 40 сантиметров высотой. Если говорить о срезе, то ну, до 10 сантиметров, даже больше, до 15 сантиметров есть запас. Где-то от 13, от 12 сантиметров, даже от 15 висят бобики, то есть завязаны бобы, вот именно эта чечевица. И она здесь достаточно густая получается. С одной стороны это хорошо, с другой стороны, да нет, лучше когда густая, лучше когда она идет в жатку легко, не сваливаясь. Она сцеплена друг с другом, как вот тот же горох. Это классно. И она, наверное, все же, ну да, до 50 сантиметров. До 50 сантиметров немножко, конечно, немножко присядет. Если это 50, то это будет 40 сантиметров. 40, ну, 35-40 сантиметров. Выглядит. Сколько до уборки? Ну, больше, чем 10 дней до уборки. Но в августе она где-то уже будет. В августе чечевица это будет готова. Благодаря прохладной погоде масса 1000, наверное, будет больше, чем 30 грамм. Может быть, до 40 дойдет, а может быть и больше, чем 40. Масса 1000. Поэтому и урожай здесь может быть значительно больше. Но это пока в плане. Пока как бы ожидание. Этот урожай еще нужно убрать.